Они просто жрут асфальт. Радуют меня днепропетровские дороги. То рыбы можно наловить, то раков можно добыть здесь. Эх, хорошо. Всем привет! Вы на канале Мотолайф, я Комбат, и у нас обзор. Но заметьте, не дороги. Мы сейчас находимся на таком оживленном перекрестке на международной трассе М18. Здесь перекресток идет от Запорожья до Новомосковска, и трасса Т-04-01 от Днепра до Синельникова. Это страшный такой перекресток, на котором вы не поверите, что здесь находится. Сейчас я вам все покажу. Дело в том, что это участок Днепропетровской области. И как уже повелось, в Днепропетровской области какая-то беда с дорогами. Мы уже делали обзор именно этого участка. Мы в декабре ехали от Новомосковска до Запорожья. Поездочка у нас такая, мега экстрим. Дорога, как вы видите, не фонтан. Поэтому едем по такой дороге. До Запорожья нам еще 70 километров. И впереди, Димон, там жопа какая-то. То-то-то-то. Тормози. Тормози. Ёп. Да где нормально? Да тормози сильнее. Ёп. Да ёп. И ехали мы от Днепра до Синельникова. А ось тут таке роздовбане перехрестя. Щоб ви розуміли, тут проходить, уважно, міжнародна автомагістраль М18, яка з'єднує Харків та Крим. Тільки вдумайтесь, міжнародна. І така повна дупа тут, у селах, де ремонт 30 років не робили, і то краще дороги. Два рази виходило відео, реакції було нуль. Ніхто взагалі нічого здесь не робив. Ні ямочний ремонт, нічого. Дело дошло до того, что здесь завелись раки-асфальтоеды, которые добивали эту дорогу. Не верите? Сейчас я вам все покажу. Пойдемте, я сейчас вам покажу. Вот это у нас перекресток. Направо на Синельниково, налево на Днепр, прямо на Новомосковск. Здесь вот такой перекресток раздолбанный. Вот, я хочу вам показать, что здесь водится. Вот такие раки. Они просто жрут асфальт. Вся беда в том, что это днепропетровская порода, которая именно уничтожает асфальт, но не приносит вред окружающей среде. Беда может быть в том, что днепропетровские асфальтоеды могут завестись и в других областях. Поэтому надо что-то делать. Это просто... Это нонсенс. Если вы думаете, что это шутка, это не шутка. Посмотрите. Вот, они везде. Раки асфальтоеды заполонили Днепропетровскую область. Надо спасать. На самом деле мы приехали сюда заснять именно этот участок, потому что было очень много жалоб и просьб показать именно этот перекресток. Но приехав сюда, мы наблюдаем, что здесь очень много строительной техники, которая уже работает. Сейчас я с высоты птичьего полета вам покажу, какие масштабы, какая техника, что они делают. Дело в том, что уже наблюдаем, что грейдеры делают какую-то развязку, будут делать, но не видим, что будет класса асфальт какой-то. И здесь, на самом перекрестке, тоже еще не ведутся никакие работы. Но техника есть. Будем надеяться, что именно этот участок все сделает и все будут довольны. Мы приедем сюда, наверное, через месяц и проконтролируем, действительно ли делается этот участок дороги, который все просят, чтобы его сделали.
Ну вот, получился такой небольшой репортажик о этом горе-перекрестке. Надеемся, что здесь заасфальтируют, и этот асфальт будет не по зубам ракам-асфальтоедам, и они уже нигде не распространятся. И дай бог, чтобы в Днепропетровской области были крепкие, надежные дороги. Итак, если вам было интересно и полезно это видео, подписываемся на канал MotoLife, ставим лайк и бьем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следите за нашим каналом. До встречи на дорогах. Пока. 11. 12. Пытаемся раками. Я надеюсь, они вкусные и съедобные. Давай перейдем на другое озеро. Я там видел еще. Посмотрите, вон, сколько у нас получилось раков. Сейчас я на свет покажу. Поездка не зря была. Нормалек, так, я думаю, что пару килограммов раков есть. Радуют меня днепропетровские дороги. То рыбы можно наловить, то раков можно добыть здесь. Эх, хорошо.